вечер у нас в Чехии, я работаю в Чехии. Вечер там, так сказать, это сердце. Вот мы в этом году еще реализовывали, делали вот этой печи, она 7-го года, уже 12 лет у нас работала, мы делали ей модернизацию с исключением повреждения природного газа. Порядок на заводе надо поддерживать все данные. Все же это же больше 1000 человек работает. Да, сегодня может быть потерпеть и такие полы, но завтра уже надо смотреть, как тут до ума довести. Цех нормальный, объемный, надо окна где-то заменить, надо пыль убрать, надо полы привести в порядок. В общем, надо провести хороший текущий ремонт. Здесь декорируют. Это метод сдвижной холодный деколь. Деколь мы приобретаем немножко в Минске, есть частная фирма, и в Мелитополе, Украина, там много, потом больше там отдельно есть. Они делают также болтосодержащую деколь. Ну, это наша небольшая экспозиция. Готовые изделия. Да, это готовые изделия. Но это не все, что вы делаете, да? На сегодняшний день у нас где-то под 600 именно позиций и 6 тысяч действующих циклов. Молодцы. Нет, главное смотрится стильно. Такой завод один, его надо привести в идеальное состояние. Надо его сохранить и вовремя ему подставить плечо, тогда он будет конкурентоспособен, чтобы он не терял рынки.